Добрый день, мы находимся в Спасском питомнике. Я не могла вам не показать клумбу, которую мы высаживали в прошлом году, в августе, где-то месяце. И которую я показывала этой весной по поводу, как же себя чувствует и как зимуют пряные. Напомню, здесь у нас душица, ну, орегано панта, орегано голд, душица компактум и посередине монарда пинк лейс. Так вот, сейчас это такая... чудесная картинка. Монарда, она же бергамот, может быть использована в чаях. Сейчас во время цветения, ну то, что это как бы медонос явно, потому что пчел много, это еще и потрясающий запах. То есть не только такая красивая картинка, сразу для фотосессий. И место пастбища пчел, это еще и очень-очень приятно пахнет. Так что пряные травы рулят, клумбы из них очень яркие, красивые, а еще это все очень полезно. Рекомендую, все и растения отлично пережили зиму. Ухода тут, подкормок особо никаких нет. Цветение, как видите, обильное, полное. И вот такая вот картинка может порадовать и вас. Так что... обращайтесь к нам в Спасский питомник. У нас шикарные пряные травы, пряный сад и много других декоративных растений. Жарко, но все в контейнере, поэтому можно высаживать и сейчас. До встречи!